Сегодня в Балакове проходит большой региональный форум поставщиков атомной отрасли «Атомэкс-регион-2018». На него съехались представители концерна «Росэнергоатом» и бизнеса из нескольких регионов страны, чтобы обсудить вопросы конкуренции в сфере закупок, а также возможность привлечения новых поставщиков. Наша система закупок, она достаточно непростая, так скажем, достаточно сложная, что обусловлено спецификой деятельности как атомных станций, где вопросы безопасности всегда и безусловно стоят на первом месте. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше было участников, среди которых мы смогли бы выбрать наиболее эффективных как по качеству, в первую очередь, так и по цене, для того, чтобы имели возможность поставки необходимой нам продукции. Зачастую в атомной отрасли договоры заключаются с крупными проверенными компаниями. Они могут составить друг другу конкуренцию во время аукционов и в итоге остаются лучшие из лучших. А вот представителям среднего и малого бизнеса сложнее. Как победить в этой конкурентной борьбе? Понятно, что субъекты малого предпринимательства порой не дотягивает по квалификации до тех требований, которые предъявляются госкорпорацией, подрядными организациями госкорпорации. Сегодня на этой площадке, если будет обсуждена тема, как снять вот барьеры по вложению инвестиций с объектами малого и среднего предпринимательства в человеческий капитал, обучить своих работников, чтобы они соответствовали тем критериям современным, которые предъявляются при выполнении работ, я считаю, что форум тогда будет проведен с пользой. Этот форум поставщиков традиционный, проходит один раз в год. Такой диалог представителей атомной отрасли и предпринимателей очень важен для обеих сторон. Есть особенности по организации закупок у предприятий малого и среднего предпринимательства. Мы как концерн и наши дочки активный участник этой программы, тесно взаимодействуем с госкорпорацией по МСП. То есть вот достаточно широкий, большой круг вопросов, которые хотим осветить. То есть задача помочь. Задача поспособствовать развитию наших поставщиков. Около 8 лет назад предприятия атомной отрасли начали внедрять электронную систему закупок. И на данный момент идет активное расширение цифровой платформы. Корпорация «Росатом» – одна из первых компаний в России, стала проводить электронные торги. Причем используют для этого 3 электронные площадки. Таким образом, участники закупки видят, что происходит на всех трех. А это повышает прозрачность и открытость торгов. Цифровизация – это вот создание единого информационного пространства, в который включаются не только наши заказчики все, но и в том числе поставщики. То есть сейчас уже у нас выстроен весь процесс планирования, проведения закупки, заключения договора, исполнения договора, он уже встроен. Сейчас задача подключать к этому процессу поставщиков, ну, в тех, скажем, опциях, в которых мы хотим их видеть. Этот форум дает возможность поставщикам и заказчикам понять друг друга в конструктивном диалоге и за круглым столом наметить те решения, которые позволят в ближайшем будущем реализовать задачи, стоящие перед атомной отраслью.